Всем привет! Пришло сегодня время показать, как линяют мои литопсы. У нас конец апреля, вторая половина. Уже заканчивается практически апрель. И мои литопсы выглядят некоторые довольно симпатичными и полинявшими. Но у многих еще толстые листья. В теплицу залетел шмель, летает и пугает меня, видите. А здесь совсем еще только началось что-то. Так, это у нас кто? Это, по-моему, Доротея. На две пары листьев. Ну. Некоторые из литопсов, которые уже поменяли листья, я, конечно же, полила. Но это было так, в небольшом режиме, в щадящем. Немного совсем. Здесь опять прекрасная смена произошла на две пары листьев. Очень приятно. Допустим, завтра, вероятно, у нас будет 19 градусов. Я полью свои литопсы, которые вот так вот выглядят. Уже все без шкурок, поменяли все листочки. И вот здесь, вот в этой плошке, и вот в соседней, очень красиво меняют литопсы листья. Вот этот вот литопс был очень большой, толстый. И уже одна сторона полиняла. Здесь вот коробочка. А вторая еще нет. Еще многие не хотят пока. Вот этот вообще еще. У него в середине есть листочки. Я щупала, но я его трогать не буду. У меня уже был опыт раскрытия литопса из своего чистого любопытства. И потом, конечно, потеря растения. Вот этот вот рушиару, вот так вот он полинял. Какое-то такое удивительное чудо. Один такой толстенький, но мне кажется, он на другой год пропадет, вот этот одинарный. Как же он поменяет листья? Непонятно. И вот эти вот 4 штучки, да, листочки. Ну, вот так вот. Литопсы выглядят по-разному. Многие уже спросили, а некоторые нет. Ну, вот так. Я их еще не чистила, не щеточкой. А когда? Все время на работе, а прибежишь, уже и лень, и сил нет. И вот только на днях вот этот литопс раскрыл щель. И вы видите, уже там внутри свежие листья. Но вот только-только он на днях. Вот этот как красиво меняет. Да. В общем, мне кажется, вот этот, несмотря на то, что у него еще не очень сильно высохли, можно даже завтра полить. Ну, посмотрю опять же. Не буду себя подстегивать, спешить. Вот этот вот ново купленный недавно у Андреаса Веснера. Очень интересный. Просто завораживает. Это, конечно же, один литопс. Я так себе думаю. Я его не трогала, не рассаживала. Мне кажется, он на одном корне. Но все равно надо проверить, посмотреть. После линьки я произведу ему пересадку. И посмотрю, что там. Возможно, это даже 4 литопса на разных корнях. Так что, вот. Некоторые уже совсем засушили листочки. Ну что, друзья, завтра я покажу вам кактусы, обзор кактусов. А на сегодня до свидания. Всем счастливо, всем пока.